Георгий Адамович. Нет, ты не говори, читает Павел Беседин. Нет, ты не говори, поэзия мечта, где мысль ленивая игрой перевита, и где пленяет нас и дышит легкий гений быстротекущих снов и нежных утешений. Нет, долго думай ты и долго ты живи, плачь и жим земную грусть и отблески любви, дни хмурые утра, тяжелое похмелье, все в сердце береги, как медленное зелье, и может, к старости тебе настанет срок 5-6 произнести, как бы случайных строк, чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный, растерянно шептал на казнь приговоренный, и чтобы музыкой глухой не прошли по странам и морям тоскующей земли.